Отдел ГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу сообщает, 9 апреля в 15:00 в инстаграм-аккаунте областного управления ГИБДД состоится прямой эфир с участием заместителя начальника управления Владимира Севастьянова. Он проведет урок по безопасности дорожного движения и ответит на все интересующие вопросы. Чтобы посмотреть, нужно заранее подписаться на аккаунт ГИБДД Московской области.